Всем привет! Наконец-то новый выпуск в городе Советск. Город, на самом деле, очень знаменательный для нашего проекта, потому что именно с него стартовал сезон «Путеводитель по городам», в котором за 3 года по-любому что-то поменялось. Поэтому в самом начале мы покажем разнообразие всего нового, что появилось в городе Советск. Новая набережная. Это проект «Окей, Гурьевск». Поехали! Мы снимаем про Советск. Можно вам пару вопросов буквально? Просто про город спросить что-нибудь. Что новое здесь? Интересное? Происходит что-то? Ничего не... Смущает камера вас? Нет? В вашей жизни что интересное происходит? Чем вы занимаетесь? Я работаю. Какая цель у вас в жизни? Какие-то цели, задачи ставить? Не хотите с нами пообщаться немного? Да я в курсе, вы интервью берете, да? Не. Да, вы увидели, вы внимательный. Да не внимательный, девки там про вас говорили. Вы к ним, да? Да что нам девки, нам парни. По компьютеру показываете, да? По компьютеру показываем, да. Включайте компьютер просто, и мы сразу. Просто компьютер запускаете, там папка есть. Папка «Окей, Гурьевск». Запускаете, смотрите, да. На каждом компьютере есть, она по умолчанию идет. Мой компьютер идет, корзина, и потом будет «Окей, Гурьевск». Хорошо. Мы здесь снимали 3 года назад последний раз, в 2017 году были. Что-то интересное произошло. Покрасили парочку зданий. Набережную благородили. По-любому к нашему приезду, да, это делали? Конечно, только. Руслан приедет, везде там, везде к президенту готовятся. Велосипедную дорожку вот там делают уже все лето. Вчера по-любому здесь все красили к нашему приезду, типа мороженое. Вы на самом деле здесь вообще не работаете, просто точку какую-нибудь поставили. Выбор большой. Пломбир в стаканчике, в рожке. Что значит мягкое мороженое там вот написано? Замороженное. Оно просто типа растаявшее? Нет, оно просто жидкое. Сразу наливается, оно мягенькое, его надо есть прям сразу. Ну, вы просто покупаете обычное мороженое, просто оно тает под снег, под солнцем. Вы же такие красивые девчонки, перспективные, что вы с этим мороженым? Уехать. Надо уже на другой уровень, там, твердое мороженое продать. Что-то про этот город расскажите нам, пожалуйста, ваше мнение. В принципе, мне город нравится, он как бы более самый лучший город, я по всей раз в Калининградской области, он очень красивый город сам по себе. Какие у вас планы на будущее? Что-то хотите? Вот, мне кажется, вот вы прям вы хотите захватить мир. Есть такой план? Есть такой, согласен. Да ладно, пойдемте, что, посмотрим его. Вы нам экскурсию хотите провести? Мы так долго будем ждать, наверное, надо до пешеходного перехода. Все, смотрите, вы туда идете, а мы остаемся здесь. Хорошо? Хорошо. Как оно у нас все называется? Гурьевск? Ок, Гурьевск. Нас по компьютеру показывают. А вы так долго бывает, да, стоите, ждете, пока все машины проедут? Надо. Вам точно туда надо, да? Бегите, пока... Все, спасибо большое. Переживал, как за родного. А расскажи что-нибудь про этот город. Ну, я здесь выросла, здесь родилась. Так. Работаю. Сперва выросла, а потом родилась, да, в таком порядке? Да, да, да. Я буду задавать тебе вопросы, они очень простые, но ты должна специально отвечать неправильно. Сколько углов в прямоугольнике? 3. Так, ну подумай, хорошо. В прямоугольнике? В прямоугольнике, да. 3. Ну, окей, да. Сколько копеек в 1 рубле? 59. Почему 59? Там же круглое такое число. А, ну, пусть будет 50. 50. Ближе. Жиши, пиши с буквой. И. Сначала правильно говорила. Кем тебе приходится брат сестры? Так, брат сестры. Тесть. Сколько цифр в слове 5? 7. Не, ну 5 же слово. Ну, пусть будет 5. 5, ну, логично, да. Что растет быстрее, волосы или ресницы? Ресницы. 100%. И раз у тебя есть муж, да, муж есть. Ну, молодой последний человек. Вопрос, да, ты изменяешь своему молодому человеку? Нет. Да. Да. А вот как теперь понять? Добрый день, один вопрос. А легализовали, да, уже в Советске? Да. Да, все, можно уже, да, легально? Да, конечно. Все, распространяете, да? Нормально, весело стало, советский сразу. Мы ищем талантливых людей, мне кажется, мы нашли. Свадьбы проводил, как там, да? Гости на месте, бокалы вверху, да. Счастье невесте жизни. Доброй улыбкой, добрый вином. Запомни, так быстро не говори, доброй хозяйкой. А это свадьба. Оп, пошла. Свидетельница, опа. Мы Игорь и Наташа. Живите долго, счастливо. Горько! Ой, забыл, как зовут. Руслан. Руслан. Да. Руслан, а где Людмила ваша? Ну, ой, такая шутка, конечно, такая. Баянистая шутка. Хорошо. Баян.
А можно, пожалуйста, чтобы вы посоветовали на камеру меня как ведущего? Ну что, впервые я вижу Руслана. Умеет разговаривать, объединятель. Я Руслана. Для Людмилы. У нас поклонники уже делают новое поколение поклонников. Хотя, мне кажется, она не будет нас смотреть. Будет. Да? 100%. Когда она вырастет, у вас уже будет 1,2 миллиона подписчиков в Инстаграме, как минимум. Будет ждать. Она может побыстрее чуть вырасти? Здравствуйте. Немного общения. Ой, не прячьте музыку. А? Музыку не прячьте. Талисман сжимаю крепко я в руке. Что делаешь? Ну, я сейчас вот иду к Гальке, к своей подруге, она у меня вот здесь вот рядом живет. Так, что, с Галькой мутит? Нет. А хоть и хотелось бы? Ну, да. Ну, мы еще не целовать, как бы, но она моя одноклассница бывшая. Я вот к ней... Твоя бывшая, получается? Ну, бывшая одноклассница, она вот. И теперь она учится совсем в другом колледже, я не, как бы не хочу рассказывать про нее, но... Она как будто бы уже это делает. Да. Но я ее большинство люблю, как бы целую ее, обожаю. И... То есть не полностью любишь так, большинство. Ну, да, меньшинство да. Еще есть какие-то косяки есть. Ну, да, да, да. Какой у нее косяк есть? Меня иногда бывает обижает так своими словами. Так. Скотина неблагодарная, сволочь последняя. Галь, ну что, старается сволочь последняя. Там как-нибудь уже обними, поцелуй его, да? Скотину, что он стоит тут, мнется. Кем ты хочешь стать в будущем? Ну, штукатуром, маляром, строить дома, получать очень много денег за это. Потом твоя подруга Галя будет все твои деньги тратить. Она не будет не тратить денег вообще. Ей пока что не надо. Ей типа 5 лет пока? Ну, ей пока что 17 лет. Ей должно будет исполниться в этом году 18 лет. Это что, логично? Ну да, вряд ли ей в этом году 19 должно быть. Ну, сегодня поцелуйтесь обязательно ради нас, пожалуйста. Ну, я понял. Прям, ну, ты прям силой прям бери, если что. Ну, я понял. Но если там за гранью выйдет, мы тебе этого не говорили. Ну, я понял. А ты за Галей сюда приехал? Ну, нет, я не за Галей. Я здесь учусь, как бы у меня есть общага. В общаге есть. Трэшишь по-любому. Ну, да, я здесь и лежу. Ну, я сплю, отдыхаю. Давай. Ну, я иногда, бывает, сам выхожу на балкон и потихоньку начинаю курить. Да ну ты че, ты серьезно? Да нельзя так делать, ты че? Это жестко. Да надо ладно уж. Все, ну, ты обещал нам сегодня поцеловаться. Ну, да. Видео пришлешь потом? Потом пришлю. Советск. 3 года мы здесь не были. Сменилась власть, построили пристань, ничего больше. Власть сменилась? Ты что, в России власть сменилась? Такое бывает? В Советске, да, в России нет. Политическая шутка. Сколько углов в прямоугольнике? 11? Господи, мне профильную математику сдавать в прямоугольнике? 4, 5. Кем тебе приходится брат с сестрой? Тестем. Что растет быстрее, ресницы или волосы? Мозги. Зачем мужикам соски? Чтобы работали мозги. Может, они там щупают себя и мозги работают. А у тебя есть молодой человек? Да. Да. Изменяешь ему? Нет. Он азербайджанец, ему нельзя изменять. Он трогает соски свои? Не знаю. Но он умный? Нет. Блин, не трогает, значит. 3 года мы здесь снимали последний раз. Что-то поменялось за это время здесь? Зачем? Я сидел 12 лет. Что сидел? В зоне сидел. Ты не шутишь сейчас? Сидел. Ну, за что, типа, что ты сделал? Разбой. 12 лет, блин, это много за разбой? Много, ну не один раз же. Тяжело там было? Мне нет. Все есть, продукты, не продукты. Как в лагере школьном? Девочки. Там девочки были? Конечно. Сидели с вами в одной камере? Не, свиданка. Это что значит? Я просто не сидел ни разу, чтобы ты понимал. Свидание. Ты хочешь родителей пригласи? Хочешь девочку пригласи? И девочек все время приглашал. Ну, конечно. Общее свидание. Да. Через стекло общаешься. Да. По телефону. А есть длительное на 3 суток. Ты там можешь чпокаться. Она тебе готовить будет. Раз в год. Раз в 3 месяца. Ты 48 раз чпокался, да? 12 лет по 4 раза в год. Ну, так получается. 48 раз чпокался. Я даже здесь на гражданке столько раз не чпокался. Хера себе. Секунду. Зона звонит. Алло. Ты где? Можно немного с вами пообщаться? Попробуйте. Говорите, это вы что? Это камера. Я понимаю, что это камера. А зачем?
Снимаем проект, окей, Гурис называется, Руслан меня зовут. Хорошо. Меня зовет, снимаю. Ну, очень приятно. Блин, прям мне страшно стало. Как будто вы сейчас хотите... Ты что, ты испугался? Вы хотите меня ударить как будто бы. Не бейте только меня, ладно? Конечно, я попробую. Про Советск снимаем. Мы здесь 3 года назад снимали последний раз, в 2017 году. Что поменялось? Ну, давай я буду говорить прямо. Здесь не поменялось ничего. То есть полная жопа. Здесь 99% населения работают в Калининграде. А почему мы должны работать в Калининграде, если мы живем в городе Советске? У нас было все. У нас был плодоконсервный завод, у нас был пищекомбинат, у нас было все. А в итоге сейчас что получилось? Что ничего не стало. И спрашивается, что делать дальше? Что было дальше? Здесь как была жопа. Жопа и осталась. Стабильность получается? Да, нет стабильности. Ее не было, нет и не будет. Была жопа, и так же жопа осталась. Стабильная жопа. Пытались открывать грибной завод. Но грибной завод как стоял в полной пизде, так он и стоит. Понимаешь? Может быть, они открывали этот грибной завод под грибами? Еще раз. Может, под грибами открывали этот грибной завод? Еще раз. Может, под грибами открывали этот грибной завод? Давай еще раз, Настя! Может, под грибами открывали этот грибной завод? Что-то позитивное происходит в вашей жизни. Родилась прекрасная, великолепная дочь, которая... Вот охренена. Да. Все остальное в этом городе, все говно и параша. Я говорил, говорю и буду говорить. Мне плевать, кто это увидит. Я говорю так, как оно есть. Понимаешь? Просто. Человек, да, увольняется с рабочего места. 10 тысяч рублей. Где он их может взять? Ограбить кого-то. Ну, если только. Но это не выход, это тюрьма. Человека мы встретили, который отсидел. И что? Он раз в 3 месяца там чпокался. Ну, какие-то плюсы я пытаюсь... Здорово, просто, я пытаюсь классно. Какие-то плюсы найти просто. Да. Все, что я сказал, это была истинная правда. Я не соврал ни слова. Спасибо большое. И вам бывать. Руслан. Зовут меня. Денис. Желаем вам, чтобы все там нормализовалось, чтобы все выровнялось. Здесь уже столько лет, поверьте, ничего не выравнивалось. Понимаешь? Тогда ничего не желаем. Все. Наверное, так. Ты смотришь, во-первых, нас? Да. Не ври. Да не вру. Кто-то еще смотрит? Да, родители. Родители смотрят нас? Да. То есть никаких потом претензий не будет, что нет, мы тебя снимаем? Нет. Про Советск что-нибудь расскажи нам прикольное. Ну, у нас недавно построили набережную, там... Это там вообще красиво, ага. Там народу много, там фонтан сделали. По какому предмету у тебя прям самая задница? История и биология. О, зря ты мне это сказал. Давай погоняем тебя. Где находится печень? В смысле, как показать? Типа на себе показать? Может, так просто, типа в Советске где находится. Ты же местный. Кто будет следующим президентом России? Может быть, Жириновский будет, может быть, кто еще? Думаешь, да? Может быть, Собчак, не знаю. Ну, я хочу Жириновский, чтобы был. Жириновский хочешь, чтобы был? Да. Серьезно? Просто, чтобы трэш, да, был? Хардкор. Да, да. Тебе нравится какая-нибудь девочка? Нет. Почему? Пока мне рано, не надо. В смысле? Не хочу пока что. Что, да мне для себя мне надо пока пожить. Одному хорошо, для да. Для себя пожить надо? Да. У тебя есть свой YouTube-канал? Да. По бартеру. Я попрошу, чтобы на тебя подписались, ты попросишь, чтобы на нас подписались. Давай. Давай, все, ты первый. Подписывайтесь на канал Ки Гуревск. Все, спасибо тебе большое, все, давай, все, удачи, все, пока-пока. А, ну и на него тоже подписывайтесь. Ты из Советска? Нет, ты учишься просто здесь? Да, технолог общественного питания. Ты хочешь стать поваром? Конечно. Что самое вкусное ты готовишь? Я на холодном цеху стояла. Холодный цех это что? Там, где типа не топят? Нет, это типа там, короче, салат и не салат. Что в жизни прикольно происходит? Давай похвастаемся. У меня появился мальчик. Он в армии. Ну и поэтому у меня появился новый мальчик. Нет. Я буду задавать тебе вопросы простые, но ты должна специально отвечать неправильно. Сколько цифр в слове 2? 4. 4. Какие? Чего? Сколько копеек в 1 рубле? Сколько копеек в 1 рубле? Подумай только, пожалуйста. 59. Окей. 59. Что растет быстрее, волосы или ресницы? Ресницы. Последний вопрос. Изменяешься своему парню? Нет. Получается, да, значит, да? Ты же неправильно играл. Как зовут парня? Владик. Влад, поищи еще. Что тебе больше всего здесь нравится? Тут красиво, тут интересно, тут можно чем-то заняться. В чем смысл жизни, пацаны? Смысл жизни в том, что надо все делать, как бы что хочешь. Блин. Когда вырастете, кем станете, парень? Я думаю, когда я вырасту, я стану каким-нибудь рэпером. Давайте что-нибудь зачитаем, парни. Камбак, рап и тру, а забисти гейм, тру, залетаем мы в трехату, не послышалось мы тут, лучше трэп снова в деле. Это про прицел, во, мози тут и вейдер,
разнесемся, нет проблемы. Как называется песня? Ну, я еще не придумал. А как у вас канал называется? Попробуйте угадать, как он мог называться. Так, новости по Калининградской области. Кстати, прикольно звучит. Вообще, вы очень веселые, да, пацаны, по жизни? Веселитесь, улыбаетесь часто. Угу. Да. Дорогие друзья, вы помните, как только я вижу фонтан, тем более такой крутой, мы сразу завершаем наш выпуск. Что нужно сделать перед тем, как закончить выпуск? Конечно же, попросить вас подписаться, но прошу не только я один, но и герои этого выпуска. Окей, Гурис, подпишитесь на этот канал. Я прошу вас, подпишитесь на этот канал. Ради бога. Если не подпишетесь, то Галька меня бросит. Если вы не подпишетесь, то меня Галька бросит точно. Я вам сразу говорю, подпишитесь лучше на канал и поставьте лайк им, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Окей, Гурьевск. Давайте я вам просто пожелание оставлю. Желаю вам развиваться, не останавливаться на достигнутом, чтобы росли ваши подписчики. Пришли к вам рекламодатели, предложили вам много денег. Подписывайтесь на Гурьевск Ютуб. Либо я вас найду, типа что-нибудь такое. Либо они вас найдут. Ребят, подписывайтесь на канал. Мой канал Мози. Не, на мой канал надо подписаться. Ну, подписывайтесь на его канал. Подписывайтесь на канал Насти по Калининградской области. Все, ну а мы поехали дальше. Это был проект «Окей, Гурьевск». Пока!